Здорово, здорово, народ. Молодцы, Фокс. Сегодня опять пришел на микроречку. Не было меня здесь неделю, наверное. Опять будем пробовать ловить на поплывок на донку. Донку взял на атак. Чисто для самоуспокоения. Основная ловля будет производиться на ловочную удочку. Сразу встану на непосредственно на перекат. Там, где в предыдущем выпуске ловил. Попадалась покрупнее плотва, попадался головчик. Буду ловить на болтушку. Время сейчас 5 часов. 25 апреля. Сегодня, если не ошибаюсь, день, вторник. Здесь будний день, где я никого не должен быть на речке. Блин, день свободный. Вот. Все распускается прямо на глазах. Прям черемуха уже. Вот. Распустится. Просто бешеное буйство красок. Вот они. Море цветов разных, разнокалиберных. Каких только нет. Заходишь в зеленку. Ну, в лес полосу. Прям бешеное количество цветов. Запахи. Весеннее цветение, оно вообще, в принципе, обладает довольно-таки таким теплым. Сладким запахом. Если летом что-то зацветает, то, как правило, это в лесу источает менее такой сладкий запах, аромат. Вот, сейчас топаем, посмотрим, что как получится. Что из этого вообще, в принципе, что-нибудь получится, нет. Все, погнали. Короче, пришел на это место, где ловил в предыдущий раз, и увидел то, что вода прям очень сильно села, прям очень хорошо ушла. Это, соответственно, меняет довольно-таки в корне программу сегодняшнего дня. Сейчас попробую здесь попробовать около струи половить. Если ничего не будет, тогда придется уходить туда выше. Там есть места такие тоже хорошие, с таким ровным течением. Песчаное дно, песчано-илистое дно. Вот, ну там очень много коряк. Блин, не хочу туда лезть. Поменял леску, была у меня 0.14, сейчас поставил 0.1. Сделал более аккуратную снасть. Буду ловить опять же на болтушку. То есть вот так вот. Отдельно замешиваю в отдельной емкости. Потом в шприц, на крючок, чтобы меньше руки пачкать. Кто ловил на болтушку, знает, что это такое. То, что ничем не отмоешь. И вот так, соответственно, все это выглядит. Вот. То есть все ушло. Вот здесь, где я ловил, вот на этом месте, здесь была везде вода. Сейчас вода ушла. То есть это не очень хорошо. Сейчас будем смотреть. Еще сейчас на песке здесь увидел следы от сапог. Вот. Ну, это, видимо, тоже кто-то здесь шастал. Место здесь специфическое, то есть такое. Так, просто человек там гуляет с собакой, там еще какой-то там, люди сюда не переходят. Значит, здесь кто-то и уже ловил до меня. У меня здесь не было неделю, чего угодно могло произойти. Вот, в принципе, как-то так. Все, поехали, будем смотреть, что куда как, забрасываемся, закинемся, смотрим. Короче, простоял я на этом месте, наверное, минут 15-20.
прокидал, но что-то каких-то результатов как таковых. Интересно, ничего не было. 2 или 3 поклевочки было. Вот такие чуть-чуть. Пробовал чисто. Приманка, утки летают. Сейчас решил пройтись по речке, посмотреть более перспективные места. Все цветает, блин, здорово. Вода прям упала, прям здорово. Здорово упала. В смысле, прям это хорошо. В смысле, здорово прям уровень упал. Это не здорово. Это прям пипец как не здорово. Сейчас вдоль берега вот так прошастаю. Смотрю, есть там интересные места, заломы, завалы. И струя. Нужна струя, чтобы прям около нее ловить. И песочек. Есть пару-тройку мест, сейчас попробуем, посмотрим. Собрал донку, не ставил пока. Потому что, ну, я считаю, не очень это выгодно и не очень это нужно. Посмотрим, что как будет. Я знаю, одно место есть прям 100%, там 100% стоит подлещик, там 100% стоит какая-то другая белая рыба. Мне там неинтересно, подлещик мелкий. И вообще, в принципе, меня как рыба мало интересует. Хочу найти плотвичку. Хочу найти плотвичку и половить плотвичку. Может быть, головчика. Вот, ну как-то так. Ладно, побежали. Сейчас перебежал на другое место. Тут завал такие, деревья большие-большие лежат в воде. Поставил донку, он там повыше, перед первым завалом. Сейчас сижу, ловлю на поплавок. Пробовал на болтушку, поклевок нет. Сегодня вообще, в принципе, почему-то, как ни странно, даже мелочи нету. Из предыдущих был выход, он такой, то, что очень-очень много было поклевок, прям много было поклевок. Сейчас их практически нету. Сейчас сел попить кофе. Передохнуть, встал в 4 часа, время 7. Вот. Была одна поклевка на донку. Прям поклевка. Пока добежал, подсек начал вытаскивать, около берега был сход. По первичным признакам, то что, ну, вытаскивал, рыба небольшая была там. 250-300 грамм, и, судя по всему, это был карась, потому что очень такого золотистого цвета характерного. То есть не белорыбица, а вот именно карась. Не первый раз я с ним сталкиваюсь. Здесь в речке очень много разнорыбиц, то есть здесь есть и линь, и лещ, и подлещик, и густера есть, и что только не хватает, и голавль, и елец. Все-все-все. Ну, плотва, уклейка, соответственно. Ну, щука, окунь. Даже жерех есть, в том году видел не один раз. Когда ловил на перекате, на фидер, проходил мимо меня, ну, против течения шел под берегом. Но как раз также утренние часы. Довольно-таки интересное зрелище, когда он поднимается против течения и потом сплавляется также по течению. И вот такие манипуляции, вверх-вниз, так прогулочным шагом. Не бил, не охотился, ничего, просто как прогуливался, как на прогулке. Очень-очень интересно. Сейчас попробуем еще здесь половить, посидеть. Если нет, тогда я буду подниматься еще выше. Мест для рыбалки хватает, можно попробовать еще вариант. Вот. Ну, посмотрим, что из этого получится. Все, пьем кофе и смотрим, что куда и как.
короче, пришел на одно место, здесь вот поставил донку, поймал одну густерку, небольшую с ладошку буквально, грамм 250-300, наверное, такая небольшая. Прошелся вдоль берега, вообще ничего нету тоже. Проводку ловил, попробовал. Сейчас собрался, убрал поплавок. Попробовал червя, попробовал опары. Попробовал червя, попробовал болтушку, попробовал моделя. В итоге оторвал два крючка, прошел, наверное, метров 70 вдоль берега от донки. И пока ничего. Ну, нету. Редкие прижимки есть. Очень сильно упал уровень воды. Прям очень сильно. Ну, в принципе, наверное, все. Допил я весь кофе. Сидеть, в принципе, уже нет смысла. Время 10 час уже. Как бы отловил. Ну, довольно-таки порядочно. 3 часа отловил. С копейками. Ну и в итоге резюмирую. На удочку сегодня вообще практически никак. Редкий поклев. Если в предыдущий раз я ходил, то там уже, грубо говоря, поплох из воды выскакивал, поклевки были. В этот раз вообще тишина. Практически нет ничего. На донку в этот раз попадается. Один срыв был, скорее всего, карась. Ну, плюс-минус. Тоже небольшую с ладошку. И вот одну густерку поймал. Было еще, наверное, две поклевки на донку, но не реализованы. Так, шевеление. И все. В принципе, наверное, на сегодня как-то так. То есть день ото дня все разное. Весна, все меняется. Вода сильно упала, течение другое стало. Сейчас я вот ходил в двух местах, там береговая линия вообще поменялась кардинально. То есть появился один карман, такое основное течение, и от основного течения карман намыло, и там песок. Кстати, очень интересное место. Следующий, наверное, выход или донки, чисто с одним донками схожу, или с подмышками. Пока не знаю, не определился. Посмотрим. По настроению, если захочется погулять, то возьму мормышку. Если захочется посидеть, то, скорее всего, с донками. Ну, с донками тоже так относительно посидеть. Потому что с донками весной лучше все-таки